получили новое сообщение от группировки «Защитники человечества». Они заявляют, что дерги нападут еще, но император Валериан Менск не принимает меры для защиты населения. Генерал Дэвис поддержал императора, в то время как магистрат Грейсон заявил, что это может привести к смене... Нова, я рад, что вы живы и здоровы. Защитники доставили много проблем. Да, мне тоже. Но вместе мы сможем их остановить, пока они не положили конец Доминиону. И вашему режиму. Я не такой, как мой отец. Я служу высокой цели. Думаю, в этом мы с вами похожи. Этот корабль в вашем полном распоряжении, как и моя спецгруппа. Я рассчитываю на вашу преданность. Я с вами. Иного ответа я не ждал. Райгель, ваш специалист по технике и оружию. У него есть кое-что для вас. Нова, по нашим данным, твои воспоминания изменены, но их еще можно восстановить. Это устройство перегрузит твой нейронный ингибитор. Сам процесс не из приятных, но это поможет восстановить твою память. Потерплю. Не работает. Я вижу только город, где выросла. Но... он разрушен, покрыт слизью. Этого я не должна помнить. Я не была там после атаки зергов. А может и была. Но что защитники человечества забыли на Тарсонисе? Хороший вопрос. Вам предстоит найти ответ на него.